Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем на Родина РП, Центральный округ. У них здесь Кирилл Путбулов. Не забывайте вводить по них при регистрации. Также можете вводить мой промокод. Все как бы есть в описании. Всех зову играть ко мне как бы на Родину, на первый сервачок. Сегодня будет интересное видео. Как раз для новичков, я думаю, это будет полезно. Где можно вообще заработать денег? Есть такая работа интересная, и на ней можно заработать за час примерно 500 тысяч. Сегодня я все это вам покажу, объясню, поэтому, пацаны, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Насчет розыгрыша я, честно, не знаю, потому что я вам дал 2 дня, но вы набрали только 50 лайков. Давайте постараемся здесь еще набрать 50 лайков, и я сделаю конкурс. Поэтому не ленитесь, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Итак, первое, что нам нужно сделать, получается, приехать в центр занятости. Эта работа доступна 7 уровня. Как вы знаете, уровень на родине можно прокачать очень быстро, с помощью тех же самых пейдеев, рулеток там и так далее. Итак, нам нужна работа, получается, налоговая. Вот, работник налоговой. Устраиваемся на нее, получается, 7 уровня. И здесь нам написано, типа, суть этой работы там и так далее. Но я это вот читать не буду, потому что я уже здесь работал, я снимал данную работу... Где-то, ну, полгода назад, может быть, больше. Может быть, где-то даже год назад я снимал эту работу, и там платили много меньше, чем сейчас. А сейчас там платят довольно-таки много. Поэтому поехали сейчас, получается, в офис, где находится эта работа. И уже я вам все покажу и объясню. Ну что ж, я приехал, получается, в офис. Он находится в Южном. И вообще, эта работа находится в Южном. И работать мы тоже будем только в Южном. То есть из Южного мы не будем выезжать вообще. И вот здесь как бы есть рабочие машины. Вот, допустим, вы устроились на работу, и у вас нету личного транспорта, то можете просто вот взять эту Волгу и ездить на ней, как бы, абсолютно бесплатно. Вот, получается, мы заходим в офис, и здесь у нас список должников. И все эти должники находятся, получается, именно в Южном. Вот, давайте, допустим, самый первый возьмем, все. Мы взяли, получается, и нужно ему отвезти записку домой. И все. В этом заключается наша работа. И потом нужно приехать будет обратно. Находится все очень даже рядом. Вот буквально я за секунд 20, наверное, уже почти доехал. Правда, уже немножко машину разбил. И просто, получается, даем чек, чтобы человек знал то, что ему нужно оплатить налоги. Вот и все. Приезжаем просто обратно. Заходим, получается, обратно в здание. И мы получим свои денежки. Просто реально работа максимально простая. Вот, пацаны, видите, я получил 13 тысяч. Раньше платили, ну, где-то 1000-2-3 максимум. А здесь тебе за 2 минуты просто платят 13 тысяч. Ну, и вы сами можете посчитать то, что за 10 минут вы можете заработать там почти 60 тысяч. Вот, мы снова приезжаем, получается, даже в тот же дом, понимаете. Если идти по списку прямо, то вы можете каждый раз просто ездить в один и тот же дом и просто не париться. Но реально работа очень прикольная и легкая. Как видите, здесь машин должно быть намного больше. То есть работа пользуется спросом, и люди здесь реально работают и зарабатывают деньги. И буквально это занимает 2 минуты, пацаны. 2 минуты, и вы зарабатываете 13 тысяч. Мне кажется, это, наверное, самая прибыльная работа и самая легкая, которая есть на серваке. И она доступна 7 уровня. Я уверен, что за 2 дня вы можете спокойно этот уровень вкачать. Без проблем потом работать здесь и зарабатывать неплохие деньги. Но я думаю, суть работы вы поняли. Любой сможет здесь работать, потому что сложного ничего нету. У вас просто должен быть транспорт. Если даже у вас его нету, просто берете машину. Вот, просто можете подойти, вот, допустим, как я. Вот, сейчас, давайте я сяду в машину и все. Вы просто можете на ней ездить, если у вас нету машины. Работа просто идеальная. Делать ничего не нужно, просто нужно ездить и все. Ну что ж, пацаны, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если понравилось, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. Если вы только начинаете играть на родине, то всем советую вводить мой ник. Если вводите мой ник и прокатите этого уровня, я вам дам 150 тысяч. И всем советую просто работать на этой работе, потому что она реально очень прибыльная, легкая. Поэтому просто реально топчик. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.